Ребят, всем привет! Это Андрей Гавриков и продолжаю делиться своими видео из поездок по России осенью 2021 года. За месяц и неделю я проскакал по 19 городам, если не ошибаюсь. Видео я готовлю, конечно, не по всем городам, а только по тем, в которых я был впервые. Но вот сейчас у меня будет нарушение. Нарушение этой логики, потому что в Екатеринбурге я был уже несколько раз. И так получилось, что после конференции у меня там почти полдня осталось свободных и вечера для того, как отправляться на поезде в Уфу. Я пошел гулять по Ёбургу и, блин, я скажу вам честно, я от этой поездки просто кайфанул, потому что я в Екатеринбурге не был уже года, наверное, 4, как бы, и может быть чуть больше даже. И я просто обалдел, насколько город за это время изменился. Да, то есть как бы вот я приехал в совершенно другой город. Современный, кайфовый. Я прекрасно понимаю, что можно пойти там в спальные какие-то районы, в области, и там будет везде вот наша обычная Россия. Но то, что в центре города, то, что вот на центральных улицах, по вот этим всем маршрутам туристическим, красной линии там и так далее, или вот жилые современные районы в центре, в общем, это просто кайф. Я реально кайфанул. Давайте вместе с вами посмотрим видео и надеюсь, что вы тоже от этого кайфанете. Погнали! Смотрите, в Екатеринбурге снял отель, называется Дом Советов. Ты вот так вот заходишь, интерьера. А администратор тебя встречает здесь. Здрасте! Прикиньте, какая кайфовая штука. Здесь берешь сам ключики, открытки советские. В общем, продолжаю свою серию выбора необычных отелей. Ну, а вот, собственно говоря, сам номер. Круг света. Цена 15 копеек. Называется, видите, отель-музей. Все в такой вот стилистике. Аленки лежат. Так, и вот такой вот санузел здесь. Видите, тоже сделан в старой такой системе. В общем, блин, ребята, кайф, рекомендую. Это вот первое окно мое. А здесь, ребята, надпись, что с 72 по 77 год здесь жил Борис Николаевич Ельцин. Обалдеть. Спал в доме, где Ельцин жил. Место, в котором очень давно хотел побывать. Ельцин-центр. Это прямо не в музее, а в самом центре. Так вот по всему комплексу стоят такие всякие разные артефакты. И написано, хотите узнать, откуда появились у Ельцина эти ковбойские сапоги? Дуйте в музей. Россия в Европу вписалась. 1762. Всего за годы репрессий страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Так много, что до сих пор никто не знает точной цифры. Несмотря на жестокие репрессии, люди поверили в лозунги большевиков о равенстве и братстве, скорую победу коммунизма во всем мире. Эта эпоха вошла в историю страны невиданной, которая рискнула опереться не на личную власть, а на самостоятельный выбор граждан. Так началась история новой, свободной России. Экспозиция поделена на 7 дней, так называемых, разные периоды. Я хотел бы
большая семья, много мужчин-работников, поэтому работали всегда много, жили в достатке, мельница у них была. Мельница тогда, деревня и вокруг тоже несколько. День второй, августовский путч. Смотрите, разные республики, здесь можно послушать, что конкретно каждый рассказывали, как происходили эти изменения. «25 декабря 1991 года в 19:45 поднят государственный флаг Российской Федерации комендант Московского Кремля Барсуков». Барсуков, наверное. Вот он, наш первый. День третий. Конец 91-го года. В стране голод, пустые полки. Настало время решительных действий. Местные денежные знаки, уральские франки. Татарский талон или как это называется еще. О, одна из моих любимых передач детства. «Любовь с первого взгляда». Ну, а вот мой Дэнди у меня такой был. День четвертый. Рождение Конституции. День пятый. Голосуй или проиграешь. У меня у отца был такой сотовый телефон. В детстве обожал смотреть «Куклы». Показывали поздно вечером. Когда родители уезжали куда-нибудь к друзьям, я обязательно их смотрел. Это то время было, когда можно было шутить над политиками. Наверное, я чувствую себя бегуном, который пробежал супермарафон 40 тысяч километров. Вот такое у меня сегодня состояние. Я отдал все силы, всю душу своему президентскому марафону. Я честно выложился на дистанцию. Весь мир умирал от нетерпения, просто от любопытства понять.
Попробуйте себя роль Бориса Ельцина, запишите двухминутное радиосообщение. Выберите тему здесь. Отличнейший просто музей. Дорогие россияне. Тот самый пресловутый ядерный чемоданчик. Прощание с Кремлем, день 7. Такая интересная сортировка. Письма секретно, на знакомление срочно. Указана подпись, информационные материалы, на знакомление, приветствие, поздравление, приглашение. А вон куча разных телефонов. Награда Бориса Николаевича. Прям лекция, дискуссия идет сейчас. В общем, ребят, могу сказать, что в музеях такого уровня в России я не бывал. Да и за границей, наверное, так. Ну, были такого же эффекта вау. Но здесь просто супер-пупер современно, интерактивно все. Екатеринбург, как всегда, офигенен. Смотрите, напротив вокзала какое обалденное здание находится. Такое ощущение, что где-то в викторианской Англии или Индии. Смотрите, как правильно сделано. Здесь народ проходит, слева, справа, стойте, ждите. По наводке Дениса пришел в музей изобразительных искусств. Павильон Каслинского чугунного литья. Уже касса закрыта, закрывается через 20 минут все. Но меня бесплатно пропустили. Сейчас здесь будет концерт музыкальный. Народ готовится. Как-то вот так вот. Смотрите, какая фантастическая красота. А вокруг... просто огромное-огромное количество изделий. Ох, какой крабик волшебный. Угу. Очень клевый музей. Денис, огромное тебе спасибо. Был в Екатеринбурге раз 5, наверное, и даже не в курсе был про такую красоту. Это выражение стоит как чугунный мост, принимает здесь новые смыслы. Муха, спичечница. Мальчик, плачущий в кресле. Посмотрите, какая просто круть нереальная. Еще один плачущий мальчик. Мальчик. Подставка для каминных приборов. Ой, посмотрите, какая прелесть. Гном с ребенком. В общем, ребята, в Екатеринбурге будете сюда однозначно. Смотрите, какой большой утюжок, маленький
и форма для печенья рак. Билет в итоге я оплатил на сайте, чтобы не быть должным. А еще здесь, смотрите, совершенно шикарные сувениры. Из чугуния. Я вот такого замечательного зайца с мешками беру. Тренируется перед концертом. Та самая знаменитая плотинка, которую вы сейчас не увидите, как здесь льется вода, потому что там почему-то нет подсветки, что странно мне. Одна из туристических таких важных точек в городе. Час пик, пятница, да и время еще 7 часов. А вот здесь, смотрите, пример, подсветили выход воды. И совсем уже другое дело. Или вот пример. В центре стало очень много каких-то таких арт-пространств. Прямо кайф. Я первый раз здесь был в 2012 году. Конечно, Екатеринбург, который я видел в первый раз сейчас, это совершенно два разных города. Каждый раз, когда сюда приезжаю, постоянно что-то улучшается. Молодцы. Смотрите, какой обалденный памятник. Памятник клавиатуре. Бомба. Кнопка для счастливливания. Нажми на кнопку, и где-то в мире один случайный человек станет счастливым. Да, пожалуйста. Опа. То ли кто-то известный, то ли что-то разыгрывает. До Нового года еще пару месяцев, а настроение уже новогоднее с такой подсветкой. В общем, я голову не стал ломать, я иду по красной линии. Через полтора часа пойду в ресторан поужинаю, а после сяду в поезд и поеду в Уфу. Очень интересно подсвечиваются таблички с маршрутом трамвая. Такие какие-то точечки слева-справа идут, как будто бы арабская вязь.
есть за последний месяц в городах, наверное, в 12 был наших российских, уже запутался. И это уже третья или четвертая встреча с музыкальным инструментом такого образца на улице. Мужики играют в шахматы. Ну, а я практически завершил свой круг по красной линии и вернулся к плотинке. Половинка луны сверху. Самый класс в том, что здесь стоит ребята в том возрасте, в котором примерно я это слушал, наверное, еще младше. Насколько Виктор Цой попал в сердца, души молодежи своими песнями. Местные приколисты. Мужик на картоне. Цветочки. Жалкий оригинал, неповторимая пародия. Ну, вы можете догадаться, какая машина из проехавшей была с громкой музыкой. Конечно же, двенашка. А это один из первых небоскребов в Йобурге. Называется Высоцкий. Когда-то был самый высокий, не уверен, что сейчас он остался таким же. Там вот смотровая наверху, можно было посмотреть на город с высоты птичьего полета. Обожаю такие названия. Бургерная, а ты где? Иду сейчас в ресторан, и тут неожиданно опять появилась красная линия. В общем, походу я где-то там не доходил и схалявил. Но вот по пути в ресторан все справляюсь. Культовое место, фонд «Город без наркотиков». Тот самый Евгений Ройзман. Просто клевый мужик. Успехов ему во всем. Как всегда, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Если вы житель Екатеринбурга, как вам взгляд приезжего на ваш город? Те, кто не были, пишите, хотели бы вы там побывать, увидеть это своими глазами. Вот, а в следующем видео мы с вами побываем в Уфе. Все, всем спасибо. Пока-пока. На связи.